Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Сабнатику. Текущая критическая глубина 900 метров. Минус 6,5 к прочности корпуса базы. Общая прочность 3,5. И что-то там какая-то общая прочность. Мы с вами сейчас находимся на глубине 600 метров. Мы ищем пещеры инопланетян. У нас с собой скрижали. В прошлой серии мы познакомились с новым видом существ. Это морские топтуны, жирафики, слоники, как их еще можно назвать. Вот это вот что это такое? А, масляной сок. Соки какие-то тут. Хочешь? Сок хочешь попить? Давай. Вот, бери. Как? Ну да, ты же говоришь, да? Ну, я тебе могу предложить только вот это. Давай, давай. Ну, я не знаю, залезь в игру, возьми. Как? Научи. Ты научишь. Я свои возьму. А-а-а. Ищи свои скрижали. О, яйцо. Есть у нас такое... У тебя все забито, облом. Сейчас возвращаться домой, потом опять сюда. Ой, да облом. Ищи скрижали. Что мне вода делает? Мне вода вообще не нужна. А кал зачем нужен? Подожди, что? Это откуда? Нахер мне этот клубный куст? Что он у меня забыл в инвентаре? 4 штуки места занимает. Я лучше яйцо возьму. А может быть это из пасты? Что это за яйцо? А, существа, неизвестные. А выкинь сейчас еще раз пасту. Ну посмотри, выкинь, что будет. Выкинь. А, ничего. Все-таки возьмешь, что ли? Возьму. А зачем паста? Будем есть. Кузя, есть паста? Нет, у тебя не паста, к сожалению. У тебя... А это что такое? Сникерс. Тоже яйцо? Да бородавка. Понятно. Вот бы эти скрижали найти. Дверцы впихнуть. Эти. Это что такое? Это какой-то этот чертежик. Ну пусть будет. Ох, гигантище. Кто там мяукнул? А, это ты мяукаешь? Поплыву-ка я отсюда. Только не это! Где? 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 Нет! Убивай его! Нет! Нет! Тихо, тихо! Убивай его! Чем? Вон он, твой пупок. О, нет! Не трогай меня! Включай глайдер. Я его пока возьму, меня там поджарят. Да иди ты нафиг, быстрее. Вот, мы нашли. Мы нашли. Нет, там еще какие-то скрижали были, я помню. Были скрижали, я понимаю, но нам нужно хоть куда-то пройти, хоть в какое-то место здесь пройти. Здесь мы просто можем пройти. Да? Да. А, это... Да? Да. А вот это что такое? Не знаю. Что это? Что ты не знаешь? Ну, попробуй пройди. Выйди. Тут же лазер. Ну, можешь лазер. Я путаю, здесь только фигня. На, забирай оранжевую. Самая драгоценная скрижаль у нас. Давай, пропускай меня. Нет. Да? Все? Оба забрать ее можно потом? А мы под водой, да? Да, не все равно. А, здесь можно на этом... Хотел сказать, на Нептуне проплыть. Да, здесь... Ой. Ой. Что здесь такое-то вообще? Кости. Что-то здесь прям музей какой-то. Давайте осмотримся. Здесь можно все просканировать. Лепёшки. Стенд с образцом флоры. Загруженные данные. Это что такое? Колонны. Инопланетное исследовательское оборудование.
Ой, мой цыпленочек тут лежит. Курочка моя тут потерялась. Курочка уже. Осьминожечка мы вырастим. Я ее только из аквариума никуда. Забирай свои кубы. Слушай, вот куб мне точно нужен. Мне нужно что-то выкинуть. Кварц выкидывай. Два титана. И какашку выкинь. Оставь им какашку здесь. Оставить какашку, да, все забрали какашку. Пускай исследуют. Ну и чё, чё здесь делать? Ладно, выкинула я какашку. Ну хана, то есть что там они есть? Там уже они ходят, ты знаешь, где ходят. Я с ней ходила так долго с ними, а ты меня заставил. Компьютер, компьютер, смотри. Да, что это такое? Терминал. Репродуктивные данные по фауне. Аква. Инопланетный стенд с образцом кости. Таки нашли что-то. Еще одна кость. Еще одна кость. И что? Ничего мы не нашли. А где этот проход? Вот это что за дверь? Вот это вот. Сверху. Это же ворота, походу, какие-то. Слышь, какие-то звуки странные. Они какие-то... Фиговые наушники. Вот. Слышишь звуки какие-то? Как будто металла какого-то. Они как будто из-за этой двери доносятся. Ну и чё, открывай. Там вторая скрижаль, можно вставить ее. Где? Ну там была какая-то фигня. Может, что-то нажать надо? Нет, ты уже здесь все загрузила. Выйди, посмотри, где нажать можно. Видимо, здесь мы только вот это нашли, то, что нашли. Там был еще один, можно куда-то скрижаль ставить. Попробуй, может, я ошибаюсь. Вон там что? А, вот это только... А что, ее нельзя забрать? Нет. Какие хитрые. Ну, не хитрые, все правильно. Эх, оставили. Какаху. Ну что-то новое, блин. Неужели ничего не нету? Все, что ли? Еще поищем. Здесь еще где-то были недалеко, по-моему, пещерки. А вот это что за такое вот? Что это такое вообще? Мы это исследовали? Что? Да. Это кость большая, да? Забыла, что ли? Две серии назад, да. А-а-а. Скелет же этого животного. По-моему, здесь где-то еще была одна пещера, и хорошо бы она использовалась с этими, с фиолетовыми скрижалями, потому что у меня уже не осталось других этих, как они там, золотые или оранжевые какие там. Надо искать, короче, проход. А это его начало? Угу. Какие же они красивые, я не могу. Плавают красиво. Ух, я бы не плавал, я бы сейчас спать лег бы и все. И на их месте. А вот у нас важная миссия. Найти какие-то пещеры инопланетные. Чуть-чуть бы мотылька ускорить, и было бы нормально. Течение. Течение, да, течение. Я думаю, что так-то он чуть-чуть побыстрее все равно плавает.
Ладно, может, куда-нибудь заплывем? Да, я заплывем. Вы тут были? А, тут этот плавает. Знаете, из темноты, когда он выплывает, он кажется намного страшнее. Когда вот он здесь плавает, мне он так особо как-то и не пугает. Да? Да, он такой какой-то червячок рогатый. Прозрачный. Теперь он, кажется, за нами плывет. Хребетчики плавают. О, здесь вообще тепло, как смотри. Тепленькое место. Он тут греется. Ну, смотрите, сколько всего тут. Бери, а вот не могу. Поплыли туда. Что-то мы куда-то все глубже и глубже плывем. Главное на 900 метров не уплывать. Что, здесь совсем течение? Ох ты, какие водопадики. Что-то я не припомню такого места. Ты помнишь? Скрыжов нет. Забрались, да? Смотри, мы уже почти на 900 метрах. Ага, вот тут комплекс какой-то. This alien structure appears to have collapsed to the sea floor. Там посмотри. Че, туда плывешь к этим инопланетянам? Вот в эту большую штуку? Да. Вот сюда? Да. Сейчас мотылька надо починить. Че там чинить? По-моему, проход вот здесь. Да лучше так вручную поплавать. Поправлю вручную. Вот где эти. Она обнаружена инопланетная передача, языковой анализ завершен. Осторожно, внутри содержатся опасные материалы и формы жизни. Межкомнатные перегородки в этой секции значительно усилены, указывая на то, что проектировщики хотели либо не допустить что-то внутрь, либо удержать это внутри. Какими бы ни были их намерения, им это явно не удалось. А что, он просто так здесь лежит, драгоценный? Подожди, ты поплавай так, без моделька. Да я и с мотыльком могу так поплавать. Да тесно. Во. Да. Вот куда скрижаль. Да. Вот куда скрижаль. О! Повезло тебе. Да, фиолетовое, как хорошо. Да. Так, залезаем в мотылек. Поплыли в комнату. Зачем? А, можно было даже и так поплыть. Терминал.
Integrating new PDA data. Просто нашли какую-то информацию. Но я думаю, что что-то, наверное, важное. Мы просто не читаем. Здесь полазить надо. Странно, здание затоплено, оно, по идее, не должно функционировать. Оно даже под водой функционирует. Да, нашего героя вообще раздавить должно. Такой массой воды. Все, выныривай так, идите. Как в Титане. Титанфолл. Ну что ж. Поплыли так. О, как тут интересно. О, данные что? Integrating new PDA data. Не зря занырнули. А это что такое? Фигня. О. Рыба. Ни хрена себе рыба. Рыба, домино. Здесь какие-то звуки прям пугающие. Это что, вот типа рыбки, да? Да, похоже на рыбок. Образцы скатов. Передовые теории, виды скатов. А вот виды вот этого я могу? Это тоже виды скатов? А это что? Яйцо. Яйцо морского дракона. Забирай, у тебя будет дракон плавать в аквариуме. Когда он вырастет, у тебя ни дома ничего не останется. Дайте мне яйцо. Я их коллекционирую. Это смотри, какое драгоценное яйцо. Ну, нафиг. Сейчас. Возьмешь, потом умрешь. Подышу. Подышали. Идем дальше. Куда здесь еще можно сплавать? Можно же куда-то сплавать? Мы здесь были? Нет. А, это рыба? Рыба. Ух ты, здесь не было. Ох, я испугалась. Биологические остатки свидетельствуют, что коренные формы жизни доставляли сюда и подвергались интенсивному изучению. Хера себе, здесь эти инопланетянки здесь были. Биологический материал. Части тела стража. Опять данные. Загружаются данные касательно бактерий. Внимание, обнаружены нетипичные колебания в белках плазмы крови. Настоятельно рекомендуется провести самосканирование. Все. Проводим. Самосканирование завершено. Бактериальная инфекция распространилась на кожу и легочную систему. Медицинский отчет загружен в базу данных. Необходимо найти способ нейтрализовать инфекцию. Может, они тоже пытались вывести вот эту бактерию как-то? Что? Что такое? Все, каюк. Оу! А, это помнишь, рыбы были такие зеленые, в пузырях плавали? Значит, они тоже были заражены, да? Это сталкеры и плавали вот с этой фигней зеленой. Ага, вот мы теперь тоже, видимо, такие будем плавать, как сталкеры. Значит, ну, хорошо. Значит, мы свои. Светиться будешь. Это что это такое? Мозг. Мозг? Фиолетовый. Какие-то приборы интересные. Это что такое? Яйцо. А, ну это части тела, да, стража нам сказали. Ну здесь одни яйца. Любили они резать яйца. Скелетики какие-то. А вот этого мы можем изучить? Вот он, страж. Мы хоть его поближе можем рассмотреть. Смотри, даже его изучали, да? Ах ты, муха долбаная. И сидишь. Ах, ну, он такой симпатичный тоже. Карантинная охранная телепорт единица. Что? Что это значит? А что сейчас труба было? Труба ему. Да ничего. Шептуны пускает наш герой, видишь? Ладно, все здесь. Система конвейеров, вот что. Ну что там? Дышать пора воздухом. Да, дышать пора. А темным лесом, темным лесом. Та-та-та.
Хорошо, что есть мотылек. Система вентиляции воздуха. Откуда там воздух, непонятно, где он его преобразовывает. Мне бы к той рыбёхе бы приплыть как-нибудь. А что там делать? Ну, а не знаю, может там это тоже... Это же типа она жилая умерла, видимо, от старости. Что-то там база какие-то шлёт сообщения нам. Ну, чтоб ты была в курсе. Чтоб ты... Это что? Пол? Плитка. Плитка, да, ровненькая она у инопланетян. У них тоже... У них тоже здесь узбек работал. Они везде. Больше здесь никуда не проплыть? По всей видимости, нет. Ну что, это и все, что ли? Вот в таком большом здании это все, что? Все, да. Все, куда можно пройти? На уровень ниже надо заплыть, посмотреть. Что это такое? А, с фонариком намного удобнее. О, вот это мы не изучили. Грудная клетка. Да и нафиг она нужна. Усоляси! Вот зачем они такие обманки сделали? Кажется, как будто туда для пройти. Людей. Куда же здесь еще можно сплавать? Некуда здесь, плавать, только в другую. Выныривай там, где в другом месте плыви. Ну надо же все повнимательнее изучить, правильно? Я же все правильно делаю. Здесь мы были. Надо здесь еще немножко будет поездить вокруг здания и посмотреть. Может быть, еще какой-то будет проход к той самой рыбе, например. Где там? Где я? Как мне выйти-то? Ой. Ничего, живем. Вот там что внизу? Доплывем. И они пострадали. Ну, началось. А это что? О, это походу к рыбе. Плыви. Уже так, ходуном. Нет, наверное. Значит, не к рыбе. Да ладно, ладно. Каждый раз здороваются с нами. Вот видишь, уже надоел. Ты говорил, не надо. Ну, они то не говорят, вот когда хочется услышать. Через раз. Когда хочется услышать, чтобы поздоровались с тобой, тогда они не здороваются. Темный Мариса, темный Мариса.
Ой. Ух ты, ё-моё. Сама виновата. Что это? Врезалась в скалу. О. О. Ну вообще тут психоделическая музыка. Представляешь, сколько тебе похоронить теперь? И где? Подожди, у тебя предыдущее сохранение осталось? Или ты не сохраняла? А где мотылёк-то? Все, нету его. Уничтожен. А, он прям под нами. Нам всего-то нужно на 1000 метров погрузиться. Он там, да, остался? На циклопе поплывем тогда. Да ты что, ты туда не пройдешь, нафиг он. А что, мне заново проходить все? У меня сохранения там не было. А что ты не сохраняешься? Мы там столько всего нашли. Посмотри, в инвентаре осталось все. А что было-то? Кубы. Что у нас было? Кубы? И вот данные все, да, все вроде сохранилось. Yeah. Что нужно для сбора мотылька? Да пушку ты сделай, убивай ты их, убивай этих козлов. Они нас убивают, а мы их не убиваем, зашибись. Сделай пушку эту. Давайте соберем новый мотылек и на нем доберемся. У тебя там погружение будет меньше, понимаешь? Ну. Че, ну? Только на 200 метров. А там 900. А что нам? Глайдер возьми и спускайся. Так мне не хватит на 1000 метров погрузиться на глайдере. Это пешком, так сказать. У меня кислорода не хватит. Я не успею до мотылька-то. А, ну точно, ё. У меня же кислорода. А не, как ну, теперь его забрать? В принципе, вот я говорю, самый лучший способ это новый мотылек собрать. Ну что, что, и все три этой фигни, что ли? Потом что, пригонять их? А как ты подцепишь другой мотылек? Получается, ты один мотылек бросишь, но потом. Поплыли к циклопу. У нас же есть. Какая-то. Давай пушку соберем. Убивать их надо, убивать. Я не понимаю, как он меня убил? У меня здоровье было нормальное вроде бы. Вот, мотылька убил. Он тебя депортировал аж в свою капсулу эту. Не хочу я залезать. Придурок. Я хочу посмотреть, что у нас тут есть. Ладно, полночу. Нам нереально спуститься туда вообще. Блин. Видишь, как надо почаще сохраняться. Циклопик, дружок, выручи нас. Какой циклоп? Ой, ты здесь! Ты здесь, а мы тебя потеряли. А ты здесь. Иди сюда. Иди сюда. Ой, какой хороший. Как кажется. Надо поиграть с ним чуть-чуть. Мы его уже давно не видели. Да я тебя печенькой хочу покормить. Фокус показали. Стоять! А у нас есть для тебя дружок. Есть? Дружка-то нет? В смысле нет? Вон он. Мы яйцо собирали, помнишь? А вот это яйцо есть. Вот это вот с присосками, это оно и... Нет, нет, там его мордочка была. Короче, ребят, мы не будем тогда сохраняться.
сама это все пройду тогда, эти полчаса до этого места, все сделаю, чтобы меня никто там не убил, и с мотыльком вернусь тогда к базе, чтобы все то же самое было, потому что, извините меня, потеряли яйцо, самое драгоценное с такого существа прикольного, и много чего потеряли. Все тогда, пока.